последнее время стал замечать, что там кто-то жалуется: о, все забыли про книги там, используя там айпэды, планшеты, там всякие электронные книги, чтобы читать. Какая разница, если оно удобнее? Давай, блин, сейчас целую библиотеку дома устроим, блин, в современных жилищных условиях, когда можно 200 книг, блин, и там 200 тысяч даже книг хранить в этом сраном планшете. А все говорят: нет, типа, это не по-настоящему. Ну ладно, хотите по-настоящему, давайте вместо машин на лошадей сядем. Будем срать у себя на бэк-ярдах и закапывать вместо унитазов. Давайте, что, по-настоящему все будет. Там в речке мыться ходить. Вот. Ну, подробности углубляться не буду, мне уже пошлые мысли в голову лезут. Ладно, все.